Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как отключить наушники Lenovo ThinkPlus LifePods LP2 от вашего айфона. Итак, для этого мы отодвигаем правую шторку, зажимаем значок Bluetooth, зажимаем его еще раз и нажимаем настройки Bluetooth. Здесь находим наши наушники и нажимаем на значок информации рядом. Здесь нажимаем забыть это устройство и нажимаем снова забыть устройство. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем пока!